Юбилейный год нашего завода для нас очень ответственно и почетно в этом году выезжать на Дакар. Знаем, что наши соперники тоже в ожидании. Очень серьезно все готовились в этом году. Понятно, что будет очень много песка, другие ландшафты. Мы только ждем с нетерпением это время, когда начнется гонка. Хайрли Сарата, удачи вам! Считаю, что вы флаг КАМАЗа, республики и нашей страны подняли, держите уверенно. Мы вас верим. Удачи нам!